Доброе время суток. Сегодня я хочу вам рассказать, показать распаковку очков с AliExpress за 76 гривен 30 копеек. Доставка стала 3 дня. Кто хочет знать сумму в долларах или рублях, в рублях множим на 2, а в долларах по конвектору. И вот что мы имеем. Пришли они пакетик с пупыркой в сторону. Вот на zip-защелке. Так, оп, открываем, все значит целое, вот такие запечатанные очки. Здесь мы имеем жучки, это все поправляется, конечно же, немножко в сторону сложенная, но я думаю, я могу это поправить. Да, я могу это вручную поправить. Там есть под отвертку выход. В принципе, прикольные очки. Это женский вариант. Все прочно сделано. И такие дела. Сейчас я вам хочу сказать по поводу этих очков. Длина у них 152 мм, высота 55 мм, длина одной линзы 62 мм, это расстояние 16 мм, и длина тут получается вот 142 мм. Кот просится на окно, сейчас выпущу так. Есть в нескольких вариантах цветов: black, grey, pink, blue, yellow, tea, purpur и gold grey. Это у нас цвет gold або tea. Ну, что-то такое. Сейчас хочу вам еще сказать. Бренд Шенджингню какой-то непонятный. Для взрослых. Материал оправы сплав. Материал линз смола. Не стекло. Номер модели 1843. Высота линзы получается объектива написано 55 мм. Стиль для женщин. Оптические свойства линз. Фотохромные. Солнцезащитные очки. Ну все, в принципе, все. Не могу вам сказать, что они хорошие или плохие. На вкус и цвет ваш нет. Я не люблю очки, и поэтому не могу вам их советовать. Кому было интересно, смотрите дальше. Всем спасибо за внимание. С вами был Винлок. До скорой встречи. Пока.